косметичка. Что я обычно беру? Тени для век. Вот сейчас взяла тени блестяшки, маркер для бровей, карандаш, две подводки, контурирующий стик решила после того, как вам показала. Вот двойной стик, и буду брать также маркер, подводку. Тут у меня бальзам для губ, румяна, кремовые тени, как базу буду использовать. Мне один раз макияж сделать нужно, поэтому много не набираю. Тройная палеточка для век, тушь я сейчас помою, пудра, там хайлайтер и контур, то есть все уже есть, в принципе. Палеточку для бровей, тональный крем, кисти отдельно.